просто уже одели, укладка уже испортилась. Ну да. До Нового года, да? Каждый четвертый. Одевайте перчатки. Да, скриптоновый, да? Нет, Гектер, поработаем. Давайте. Хотим, чтобы как-то в нашем городе всегда все было чисто, аккуратненько. А что бы вы могли сказать о тех людях, которые не доносят мусор? Как бы вы их назвали? Руки надо им мыть. Просто это немножко невоспитанно, конечно. Мы за здоровый город, за здоровый образ жизни. Только-только за. Мы только за позитив, за солнце, за все хорошее. И за чистоту. И за чистоту самое главное, да. Мне кажется, каждый гражданин Казахстана должен соблюдать и любить свою страну, любить свой город. Часто приезжают гости, я сам принимаю гостей из-за границы, и мне бы не хотелось, чтобы эти гости видели нечистоту нашего города. Население брало пример у наших звезд, спортсменов, чтобы они мусор бросали прямо в контейнера, а не за контейнером куда-нибудь на землю. Из-за этого очень много времени теряют наши экипажи, которые при уборке контейнерных площадок таких. Я вот сейчас вспоминаю, иногда бывало такое, что куда-то торопился и хотел попасть до контейнера, но... Бывало, не попадал. То есть вы делали баскетбольные броски, да? Да. Как всегда, как и обычные все люди, пытался делать баскетбольные броски. Иногда у меня не получалось, честно скажу. Но теперь, благодаря этой акции, я сейчас уже понимаю, то, что это огромный труд. Вот люди трудятся, работают во благо чистоты нашего города. Поэтому я сегодня понял, осознал и хочу всех... призвать на эту акцию. Ну, то есть давайте будем жить в чистом городе.